Сегодня губернатор Югры подписала новое постановление. До 15 ноября продляется действием режима обязательной самоизоляции. Это касается югорчан в возрасте 65+, а также граждан с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Кроме того, со 2 ноября услуги в МФЦ вновь будут предоставляться только по предварительной записи. Причем в операционном зале сможет находиться не более 2 человек у каждого окна. Ограничения ввели и для общепита. Теперь кафе и рестораны смогут работать с 6 утра и до 11 вечера. Круглосуточно можно будет работать только на вынос.